Какая Вархаммер медицинский. Я не за вами, но я приеду сейчас. Я вперед себе пропустил, что-то мне моя ресинхрона не нравится. Да не лично твои, не сын. А у нас кто-то кавышку поставил, нет? Или может не верю? Ну, мы же на ней сидим. А ну? А кто-нибудь написал там, там сдвиги? Вот я про это. Ну сделайте кто-нибудь за рулем. Пеха вижу, 220 на горе. Лазером даю метку, там вот кто-то бегает. Один лезет только. У них, ну у них тоже, по-моему, БМВ есть. Ты лучше меточку поставь. Ну это метка ГДРы. Даже тоже ферзь поставил метку. Как раз. Мольц выдался на прикрытие. Где? На горе дыра. Я не знаю, я меточки расставил. Некер перед нами в камнях. За камнями кто-то стреляет. Восточнее Барс. Восточнее вас, Барс, за холмом. По-моему, вижу вражина. Да, вражина. Нет. 240 лежит за камушком, улегся. Так ну, я же за него и говорил. Я думал, далеко, то есть 700 метров. Че, убиваем его? Убивай, конечно. По-моему, ему хуёво. Два выстрела. Да, лежит. Желтую линию, то есть доходим, все. Мы выстраиваем линию одну. Не вылазьте на юг, там стреляют, а то из окна. Угу, не лезьте. У них, по-моему, что-то тяжелый снайпер какой-то это, есть. Это с усадьбы, судя по всему. Именно из здания выстрел, не с улицы, из здания. Рядом с нами нашел. Намет. Близко. Охуенно ты, Морис, меня привез. Спасибо. Ладно, пинки ложите. Пожалуйста. Умри, как все. Не скучно тебе было, 300. Мы если тут простоим, он четко на нас наведет, надо что-то делать. Ну да. Главное голову спрятать. Вижу, у них шилка катается за дворцом. На юге. Они в курсе. Ее не видно, что там? Да, 1800 туда. Как раз, да. Под снайпером домик, там двух или трехэтажный, по-моему, не достанет. Выстрел. Выстрел. Сейчас сожмут булки. Наш снайпер работает. Да, да, я понял. Я уже услышал откуда. Выстрел. За усадьбой техника гоняет. Красиво катает. А выше не сможешь дальше. Усадьба что? В смысле дворец? Не, нет. Да, дворец. Кого-то ранили. Кого-то ранили. Маком, вернее, кого нет.
Шмир был. Нет. Вы занимаетесь бы еще? Задымляю. Михарек случайно? Нет, я наблюдаю за вами. Актер? Так я бегал. Дымы сюда еще. Лети, шайтан, ты с трубой. Это вот по нам летит. Они пытаются добить его, задымить его еще. Хаммер сюда подгоните или что-нибудь. Попали по кому-то опять. Да уже, я думаю, все, уже три раза попали по нему. Живой он. Ты то есть примерно понял, откуда летит? Да. С города. Тащи, Шумар. 200 где-то. Кайман, идем сюда к дымам. Кайман. Я уже. Даже за камешки. За камень его уводи. Блять, нам еще танка тут не хватало. Торс у него. Дал один бинт на торс. А вон стоит, да? По танку попадание. С 50 долетело. Он плохо. Нет, ему в лицо, по-моему, прилетело. Нихуя себе, блядь, яркость. Не кидай больше. Нас ощущает больше. Какая-то странная миссия, блядь. Были гранаты. Ясно, вражеские. Лучше лаги пусть на меня трачем, на Абрамс.
сейчас сенки заливает? Мы с актером забрали одного типа. По мне выстрел где-то с 300 летит, аккуратно. Вот оттуда забрали одного пулеметчика. По мне еще работает. Понял. Вот сейчас видишь, работает? Не понимаю где. Да, короче, дом, там арка, в эту арку загнанный хаммер, на втором этаже враг. От нас на юго-востоке еще пехотинец был. Борис, отъезжай! Убил его. Я ранен, меня слышишь? Мэтт? Я какого-то хера упал без сознания, понятия не имею почему. Я даже... Торс раненый? Что за говно? Да? Так, я пришел в себя. У нас под домом? Это шнур будет, кажется. Понял. Он тебе в голову попал. Блин. Как я в сознании? Борис, пизда. Короче, Шайтаныч, на 260. По нему попали опять, Мэтт. Мэтт. Мэтт минус. Мы это убили где-то... Мы это где-то с востока убили, с юго-востока в спину. Ранен.
Да походу. Я уже, блядь, в триггер побежал нахуй. Ну, внутрь прям заходить. Если вы не хотите пропускать новости или анонсы канала, смотреть скрытые видео доступно только по ссылке. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании под видео.